Луиза Хей – одна из основателей движения самопомощи, автор более 30 книг популярной психологии. В книге «Исцели свою жизнь» автор предлагает собственные уникальные методы излечения многих болезней. Надо лишь изменить свой стереотип мышления, принять и полюбить себя и свое тело. Каждая глава открывается аффирмацией, которая подходит для использования именно в той области, где у вас возникли проблемы. За 3 десятилетия с момента написания эта книга завоевала сердца читателей во всем мире и помогла уже миллионам людей изменить свою жизнь к лучшему. Ссылка на книгу в описании, а мы продолжаем. Я успешен во всех делах. Я принимаю правильные решения, основанные на мудрости и опыте. Любые задачи даются мне легко. Я использую все возможности, чтобы достичь успеха. Я открыт для новых знаний и навыков, что позволяет мне расти. Я притягиваю деньги и благополучие, как магнит. Каждый день я благодарю Вселенную за уважение окружающих и успех в карьере. Я обречен на успех и счастье. Мое привычное состояние – это успех и благополучие. Я мужчина, который является примером достижения новых высот. Я мыслю широко и вижу все возможные решения. Я хозяин своей жизни. Я готов к переменам в лучшую сторону. Я верю в себя и в собственные силы. Удача любит меня. Главнейшее мое стремление – успешная карьера. Я самостоятельно руковожу своей карьерой. Лишь от моей инициативы зависит успешность карьерного роста. Уже сегодня я смогу достичь новых высот в работе. Я открыт для новых знаний и готов расти над собой. Работа делает меня не только успешным, но и счастливым. Карьера – мой осознанный выбор, который приведет меня к успеху и уважению. Решение задач любой сложности дается мне легко. Все мои действия ведут к финансовому и материальному благополучию. Я использую все возможные пути продвижения по карьерной лестнице. Я постоянно меняюсь, и это благотворно влияет на мою трудовую деятельность. С каждым днем я становлюсь все более богатым материально и духовно. Я готов к счастливой и богатой жизни. Деньги текут в мои руки, потому что я отношусь к ним как к близким друзьям. Я уверен и спокоен, если у меня есть деньги. Деньги – благо, которое само стремится ко мне. Я рад любым доходам, даже совершенно неожиданным. Мое финансовое благополучие неисчерпаемо. Чем больше я трачу, тем больше получаю. Я живой магнит для денег. Успешность – мое второе имя. Я – это успех, а успех – это деньги. Я доволен личными достижениями. Я наполняю свой день удачей и энергией. Я способен на многое. Я успешный и богатый человек. Я иду к материальной обеспеченности уверенно и спокойно. Я радуюсь своим маленьким и большим успехам. Я хозяин своей жизни. Я сам создаю свою реальность. Я играючи создаю себе богатство. Я успешен и достигаю всего, чего захочу. Я имею все необходимое для достижения успеха. Я верю в себя и в свой успех.